Хей, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Пятна крови, либо типа того. Хорошо, давайте мы с вами используем перемещающий камень. А нам нужно вернуться, в принципе, к телепорту. И нам нужно сходить к финальному боссу, к нашему братцу. Давайте сразу сходим к ней, может она что-то нам расскажет. Может быть. Только, блин, нужно вспомнить, где эти луны. Первая это нашим братцем была. Летала. У меня есть для тебя кое-что. Купить. Зелье мука. Хорошо. Мне нужно... Мне, в принципе, здесь ничего не нужно. Мне нужен телепорт. А где еще было место с луной? Но она медленно атакует. Если бы она ускоренно бы атаковала. Нам сюда, короче говоря. Там есть луна. Мы ее сейчас сломаем. Вторую луну я не знаю где, но будем искать. А у нас, подождите, у нас ключ миллионника есть? Тоже вот сейчас у меня возник вопрос. Сюда. Сюда. Нам просто нужно сломать луну, если что. Поэтому мы его будем пытаться не бить, босса. Братца нашего Джибеля. Где ты пропадал? Ты же располагал силу восхода, готова так. Нет? Жизнь нет, ладно, давайте сдохнем. Я понял. Я вас понял. Значит, мне нужно будет все-таки сейчас эту искать. А где луна находится? Где что может быть? Давайте телепортнемся в этот. На самом деле, я думал, уже будет сейчас луна. Вход в эту локацию. Может там будет? Я, блин, красная луна. Я что думал, она здесь будет? Ладно. Так, подожди. Вход в эту локацию, это у нас было где-то здесь, да? Или вообще вход в локацию эту? Где вход был у нас? Здесь? Между этими? А фиг вспомнишь теперь. Или здесь? А ну-ка. Так, осколки. Мудрости, мастер меча. Ай, ладно, плевать. В принципе, плевать. Помню я. Помню вход
Где же был вход в ту локацию? Вот оно или нет? Походу нет. Походу сюда. Нет. Блядь, а где это место было? Как вспомнишь? Ты. Может, все-таки вот здесь вот. Так, ладно, тогда обратно бежим. Ордок. Прокляты кольцом. Жалко, что он быстрее не бегает. Острая бритва. Где у нас была красная луна? Я помню, это вход в это место. Это был только входом сюда. Туда я до сундука не дойду. So shit. Так, сюда, наверх, наверх, наверх. Короче, если я не нахожу... Если я сейчас туда прихожу, то это не то место. Значит, я запись останавливаю. Ладно, остановлю лучше сейчас. Короче, узнал я его. Узнал. Все-таки мы все правильно с вами делали. Я просто удивился, какого черта, типа, луна не красная, хотя мы с ним дрались. Оказывается, луна не будет сейчас красной. Потому что нам нужно кое-какое количество урона ему нанести. Да? Хорошо, полетели. Хорошо, полетели. Сюда. Потом нужно где-то сейчас к секретному боссу сходить где-то из первой Кастельвании. Вот то, где пиксельная была. Ну, в чем суть? Суть в том, что нам нужно, в принципе, просто его лупасить. До того момента, пока у него не останется очень мало хп. Ну, в этом нам поможет, конечно же, наш еретик. Меч еретика. Next time, obey. Все, сейчас это будет быстренько сделано. Ой. Ой.
With that many shards bound to you, you will be all too easy to possess. GG. Что-то я немного перестарался, да? Что-то я перестарался. Окей, мы все-таки его грохнули. GG. Это был фейл. Ну, не зря я сохранился, не зря. Давайте еще раз снова с помощью ретика. Я не хотел его убивать. Давайте тогда его просто побьем с помощью ретика, а после... Не знаю, посмотрим. Можешь питомца убрать. Просто думаю, вдруг он его убьет. Next time, obey. Окей, поехали. Я просто не хочу его снова... О! 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 Наконец-то! Тулеградар, ну, выберем меня! Как бы не так. Мириам. Я скучал. Я знаю, что ты еще там. Я чувствовал. И сдержал обещание. Спасибо. Что происходит? Нет, процесс не может идти так быстро. Так даже лучше. Мир будет лучше без меня. Но замок нельзя позволить ему. Я знаю. Я его уничтожу. Но ты будешь жить, Джибель. Я рад, что увидишь твою улыбку. Хотя бы один. Джибель? Джибель? Жаль, что все кончилось так, друг мой. Ты готов, Йоханс? Готов, если ты готова. Да. Я дал еще одно обещание. Если ты хочешь уничтожить замок, то без Лаберлогеншин это не сделать. Тогда мне нужно выследить Альфреда. Грэмори тоже будет его искать. Возможно, Грэмори будет быстрее. То есть надо искать Луну? Попробую. Все, минус наш братец, как вы видите... Игра не окончилась, то есть мы продолжаем. А, чтобы найти нам то место, о котором нам говорится, да, то есть опыт, нам нужно кое-куда идти. Для этого идем в телепорт, и я сохранюсь потом. Если там будет сохранение где-то. Я лучше сохранюсь. Нет, ой, я лучше сохранюсь. Мало ли. Так, теперь архивы. Личные данные, потом архивы демоны. Зангетсу. Сильнейший из убийц демонов. Пересек океаны, так, ведомый местью. А, то есть Зангетсу у нас как раз тут появляется. Главный плотник. Мы сейчас еще попытаемся сходить с вами в правую сторону. Ой, сразу меч поставлю. Пятерочку. Осколки. Типа на трешку поднимает. Ну это когда у нас это закончится. А, у меня нет еще ключа миллионера, ё-моё.
Тогда ладно. Ты почему дал ему, что у меня уже ключ этот есть? Ага. Подожди. Ну... Ладно. Нам нужно вот сюда. Я как раз посмотрю с левой стороны, что у нас там было закрыто. Может, я тоже, да, какой-то ключ нужен был? Или что мне там нужно было? Сори. Ключ коня нужен. По идее, где-то здесь. Да, вот она. Так, инвентарь. Снаряжение, летающий меч, меч Зангетсу. Так, готово. Ну, полетели, ладно. Логово чудищ. По карте мы находимся там наверху. Какие-то мы очень маленькие стали. Очень-очень маленькие. Даже меньше фонаря. Но этот фонарь нормальный. Альфред! Книга. Лайбрал агент. Что с ней? Она ее украла. Я привел твоего ученика. Как ты... Что случилось? Учитель, кто это с вами сделал? Спасибо, Зангетсу. Йохан, не должен попросить тебя о милости. Что? О, хорошо. Мириам, нам надо поговорить. Да. Я думал, Альфред наш враг. Доминика так настраивала меня против старого алхимика, что я хотел перемолвиться с ним после того, как мы с тобой подрались бы. И он, увы, подтвердил мои подозрения. Какие это? Доминика все это время манипулировала нами, пока не знаю почему. Стой, что? Если бы она и правда хотела все исправить, она бы велела нам обоим разобраться с Джебелем. А она вместо этого разделила нас и отправила меня в погоню за Альфредом. Это же бессмыслица. Альфред даже не пытался нам помешать. Не знаю насчет тебя, но мне еще так пытаться. Ты не понимаешь. Он всего лишь хотел держать тебя подальше от замка. Почему? Потому что ты настоящий лучше всех. Так. Настроена лучше всех. Настроена на что? Изо всех людей, которые пересадили кристаллы, ты лучше других научил их управлять силой демонов. Альфред боялся, что тебя используют. Тогда почему он так и не сказал? А ты бы ему поверила? Доминика уже завладела умами твоим и Йоханса. И даже если бы вы его выслушали, он знал, что ты не отступишь. Да, пожалуй, это так. Как думаешь, что замышляет Доминика? Я же говорил, не знаю. Придется ей найти ее и спросить. Мириам, учитель хотел поговорить с вами. Мириам, прости, что втяг тебя в это. Это я виноват во всех твоих бедах. Надеюсь, ты сможешь отыскать в своих сердце. Альфред? Он знал, что не уйдет отсюда живым. Горевать будем позже, а пока надо пожелать этому конец.
Так, положить ему конец, иначе его смерть будет напрасной. Ты прав. Йоханнес, он все тебе объяснил? Да. Я знаю, что делать. Тогда начнем. Сначала Грэмори. Она где-то рядом. Но она умеет двигаться в подпространство, как ее воздух. Иными словами, она снова может ускользнуть. Я могу хитрость не дать ей уйти. Она знает, что я отдал Зангетсу, и она бросит на меня, думая, что я слаб. И тогда ты нанесешь удар. Я подойду первым. Присоединяйся, когда будешь готова. Он пошел в правую сторону, да? Я мало что могу пока вы не вернете Лабора Лаган. Простите, хотел бы помочь, но пока дело в твоих руках, Мириам. Будь осторожна. Спасибо, Йоханнес. Если понадобится, я в деревне. Окей, давайте тогда мы с вами пойдем в правую сторону. Влево убежал наш этот партнер, так сказать. Да, видите, здесь все стало очень большим. Ну, для меня. Блин, она очень медленно бежит из-за этого. А чё мне так подожди стоять? А, у меня хп, что мне просто нарушить. Думал, у меня 1100 было. А чё мне так мало хп стало? Горько-лестник. Демоны. Горько-лестник, новая улучшенная демоническая колесница. А, и на ней еще пушка плюс. Нихера себе. Золотые монеты падают. Жаба-гигант, архивы, демоны. Демон-лорд. Жаба-гигант. Дикая амфибия получила силу благодаря экспериментам с тайными силами. Вау-вау. Тихо-тихо. Архивы. Демоны. Моко-гигант. Хищная трава получила силу благодаря экспериментам с тайными силами. О, то есть здесь просто дроп, но он увеличен, да? Прикольно. Но я пока что с этим мечом похожу, потому что... Хотя... Подождите... Сколько будет мой летающий наносить? Осколки... Пока... Мастер меча возьму. О. Кольцо игрока. В смысле, что тут тупик? Должен быть тупик. Пускай. А я просто за то, что там нету прохода. Погнали тогда влево. Так, давайте я сразу посмотрю, что мне дали за колечко. Так, кольцо игрока. Кольцо, дающее удачи начинающим игрокам. Кольцо риска, проклятое кольцо. Кольцо воплощает в себе всю ненависть этого мира. Слушайте, оно хорошее. Давай влево пойдем. Ну, я не вижу больше прохода, кроме как сюда пойти. Туда вниз можно еще пойти. Могу тогда вниз.
Влево. Вау! Демон. Архивы демоны. Буэр гигант. Буэр, ставший невероятно сильным благодаря магии. Блин, ну у них хп-то хера. Давайте, может, я все-таки меч этот возьму. Потому что он сильно много урона дает. Так, еще ниже можно пойти. Вау. Окей. Серебряный оборотень. Архивы демоны. Серебряный оборотень. Оборотень с серебряной лунной шерстью. Можно еще по низу пойти. Ого, здесь осколочек. Поток. Позволяет иногда поглощить ОЗ при атаке врага. Ух ты. Какой, зараза. А чё я этого достать не могу? А? Он сам меня достал. Он меня сам достал. Так, ладно, у нас есть влево проход. Давайте вправо тогда. Блин. Уже время, в принципе. А, сейчас пробежимся, потом вверх слетаем. Хилки у меня есть? Есть. Не, все-таки моя дрель, она сейчас лучше херячит, чем обычные эти мечи. Ком. Масло мока. Ау. Летучие мыши. Ключи мышки. Ключ миллионера. О, найден. Найден этот ключ. Так, сейчас будем идти здесь. Ладно. Потом, может быть, встретим еще ее.
Вопрос, там еще есть под этот? Нет, показалось. Так, я слышал дракона. Блин, мне бы летучую мышь еще это сдохнуть. Типа у меня шанс есть. Ой. Все? Убил? А, мне типа его даже не добавили. Эх вы. Архивы, демоны. Жопа гигант. Нет, а при гигант злобная летучая мышь, получившая силу благодаря экспериментам с тайными силами. Видно. О, хп. Плюс хпшка. Был до сохранялки, добежим. Ну, дракон очень сильный. Кристалл. Мне нужно карту открывать, потому что у меня есть же кольцо, то, что дает нам больше дэмэджа, если мы открываем карту, по открытию карты. Ну, пошли. Александрит. Оп. Новый уровень. Прямо. Не, если типа показано, что... Блин, хотя, хер его знает. Демон Гагант. Гагант. Смерть Гагант. Атакуй не топорей, атакуй. Его демоны. Марбас. Подобно льву демон, умеющий летать. О, нихера себе, он летать умеет, оказывается. Он, оказывается, у нас летать умеет. Призыв не топыря. Блин, жалко, что не этого огромного. Я не достаю. Готово. Блин, мне нужно сейв срочно. Мне нужно засейвиться.
Но мы уже идем, идем уже, я не знаю сколько. Так, тут есть проход. Хорошо. Я понял, до свидания. Маслом. Архивы. Прошло 2 месяца, церковь победила демонов, но слишком много людских жизней было потеряно. Когда выяснилось, что мы причина всему этому, мы их начальников казнили, и гильдия почти погибла. Принцип алхимии сработал. Мы пожертвовали всем. И страдания получили полностью чашу. Я сумел сохранить жизнь лишь каким-то чудом. Джибель не погиб во время ритуала, он здесь, окружающий демоном. Он создает алхимикам по заслугам, часть моей расплаты близок, и я отвечу куда строже, чем все прочие. Скольчики, погибшие от моей руки, простите меня. И тебя, мой милый друг Альфред. Мне надо было тебя выслушать. Господи, помилуй меня. Блин, я не знаю, либо мы сейчас... Все-таки найдем этот чертов сейф. Если мы не находим этот сейф, то я не знаю. Блин, надеюсь, здесь сейф. Уф, все, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.